Что ж, значит, наш дорогой школьник купил читы. А ничего, придет Бин с годом и забанит эту мразь. Я уверен, что они уже направляются сюда. Что нам теперь делать? Нас же чуть не сожрали, да и оружия у нас нет. Обычно на подобных серверах оно появляется сразу. Как же мне надоело здесь торчать. Да. Шевельнетесь, вышибу мозги. Что здесь забыли? Мы просто убегали от мозгоедов. Убегали они. Вы их сюда привели, кретины. А теперь медленно поворачивайтесь ко мне. Стоп. Я вас уже где-то видел. Вы те самые идиоты с ТТТ-сервера. А, ты тот полоумный детектив? На-на-на. Не забывай, у кого ствол. Я думаю, что нам всем сейчас нужно успокоиться и держать себя в руках. Так ведь? Давайте все... Молчать. Глубоко... Умничать будешь в Эрмоде. Вы видели еще кого-нибудь из выживших? Нет. Как только мы увидели зомби, сразу же прибежали сюда. А вот и гости пожаловали. За мной. Куда мы едем? Тут же тупик. Тупик это ты. Мы выйдем через чердак. Уверены, что посылать Пейна шпионить было хорошей идеей? Да. Довезем тебя до дома, ты дойдешь до консоли сервера и забанишь Минго. Все просто, как пирог. Впереди! Ненавижу Мингов. Держимся до последнего. Бин. Что? В следующий раз я не буду тебя слушать. Окей, давайте навалимся на них толпой. Эй, ты, встань сюда! Да куда ты попёрся? Давай сменим гейм-мод.
Что это за сервер? Дарк РП. Видимо, админ давно не появлялся на сервере. Вот тут и появились такие полицейские. Валим отсюда! Замечательно. Это уж совсем никуда не годится. Может, хватит? Вернемся домой. Пожалуй. Давай, бань его скорее. Это все? А ты ожидал эпичной битвы? Что тут происходит? Как мне объяснили, все эти игроки хотят познакомиться с героями. С кем? Видишь ли, наша победа над первым Мингом, как бы сказать, не осталась незамеченной. Это было год назад. Почему они явились только сейчас? Знаешь ли, скорее всего это из-за того пароля, который я поставил. Приветствую, Бин. Я знаю, что ты здесь. Даже не верится, что все закончено. Все наши приключения, попытки привлечь игроков. Да подожди, не трогай. Эх. Подожди, должен быть перерыв. Закончится не совсем. Все закончено. Возвращаться. Возвращаться? Куда? Куда? Я должен был заставить тебя говорить с вами в тот момент. Как оно? Готово! Класс! Это будет история, основанная на наших приключениях. Я уже вижу кучу подписчиков на своем канале. Раз тебе не нужна моя помощь, я пошел играть со своими новыми друзьями. Ох уж этот War Dragon. Стало официально известно о закрытии творческой машинима группы Orange Films, которая в последнее время лежала мертвым грузом на просторах YouTube. По случаю их официального закрытия, студия выпустила последний эпизод сериала «Жизнь в баре с боти».
Лидер студии отказался от комментариев по причине проноса Тауэра на меду. А теперь немного музыки. Но вы же так просто меня не отпустите. Я прав. Ты как всегда проницателен. Завтра назначена твоя казнь. Казнь? Что? У нас появился более надежный источник информации.